вода полностью перестала поступать в город. Август и сентябрь в Одессе 41 года выдался совсем без дождей. Немцы сбрасывали на город листовки, в которых обещали включить подачу воды, если жители сдадут город. Но угроза погибнуть от жажды не может сломить защитников Одессы. Картины прошлого оживают. Города и герои. Спектакль, который играют ученики 6 класса. Не в первый раз, но с особым трепетом. Ведь среди зрителей настоящие герои-современники. Рассказать о городах героев была такая мысль. Брали разные конкретные какие-то моменты, самые опасные какие-то моменты из жизни этих трех городов. И объединили великолепными песнями советского периода, которые всем дороги, особенно пожилым людям, которые жили в то время. И молодежи полезно это тоже послушать. Бернес, Утесов. Кстати, показали видео с Гитлером в кавычках, которого Чарли Чаплин высмеивает. В общем, ну, если дорогим ветеранам как-то это хоть немножко разбудило что-то сердечное, то мы довольны. Москва, Ленинград, Одесса – города, сохранившие силу духа народа, который единым фронтом встал на защиту Родины. Сегодня такие постановки учат детей правильно оценивать события времен Великой Отечественной войны, не терять важное в огромном потоке информации, отделять правду от лжи. В рамках проекта «Историческая память» ребята нам сегодня показали замечательный спектакль, замечательную музыкальную композицию. Действительно, было очень трогательно наблюдать сочетание вот таких времен пушкинского периода, периода Великой Отечественной войны, периода современности. Ребята смогли это донести до нашего старшего поколения, до наших ветеранов, потому что очень трогательно было наблюдать, как у генералов течет скупая слеза, трогательная. И очень приятно было смотреть, когда готовую информацию преподносишь молодежи, что они посмотрели и забыли. Здесь каждое движение, каждый жест, каждая песня, каждое стихотворение, оно было выстрадано. Оно отражало ту эмоциональную составляющую, которую ребята смогли донести до сегодняшней аудитории. Спектакль «Города и герои» в этот раз посвятили памяти маршала Советского Союза Николая Ивановича Крылова. Его именем названа одна из улиц города Одинцово, и именно на ней расположена лингвистическая гимназия. Ракетные войска прошли очень сложный этап своего развития и становления. И на сегодня наши ракетные войска обладают самым современным видом вооружения. Сегодня во всех школах уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Причем ребята самостоятельно готовят проекты на эту тему, ставят спектакли, устраивают встречи с ветеранами. Все это для того, чтобы память о великом подвиге жила в сердцах людей. Мария Шматкова, Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».